30 ноября выходит в мировой прокат итальянский криминальный боевик «Меня зовут Месть». Действие происходит на севере Италии. В центре сюжета оказывается Санте, любящий муж и отец, чье тайное прошлое неожиданно выходит на поверхность. Однажды его тихая и скромная дочь София, занимающаяся хоккеем и увлекающаяся вождением по бездорожью, выкладывает фото отца в социальную сеть. Девочка даже не подозревает, что этот, казалось бы, безобидный поступок способен изменить всю ее жизнь. Вскоре София узнает, что отец когда-то работал на преступную организацию, но встретил ее мать и завязал с криминалом. Однако не всем решение Санта пришлось по душе, и некоторые его враги не забыли его поступков. Поэтому после обнародованного видео злоумышленники вычислили координаты дома Санта и, ворвавшись в него, убили жену Санта. Встав на сторону отца, София решает помочь ему найти преступников и отомстить им за смерть матери. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новинок.